Поставил аккумулятор на зарядку. Заряжается уже несколько часов, и что я заметил? Зарядное устройство периодически переключается с высокого заряда 14,4 вольта на вот такой низкий заряд 13,03-13,1. Причем заряжает, потом раз, опять переключает на высокий заряд. А о чем это говорит? Это говорит о том, что аккумулятор, он как бы принимает ток и практически сразу дает понять, что идет разрядка по каким-то причинам. Вот сейчас у нас зелененькое горит и зарядный ток, ну, почти 13. Почти 13. Вот сейчас мы снимем. Давайте выключим, потому что несколько часов уже заряжается. И я почему-то чувствую, что зарядка бесполезна. Что у нас показывает? Вот, 12,94. Это нормально для аккумулятора. То есть сейчас я его поставлю на мотик, и он будет работать. Но посмотрим, что будет вечером, поскольку как раз вот либо под вечер, либо под утро уже у меня здесь 12,3, 12,4. То есть аккумулятор разряжается. Пусковые токи уже не те. Так, дома был 12,94. Смотрим, сколько здесь. Это через час. Вот я вышел. Видите, уже 12,84. Так, давайте попробуем заведем и посмотрим, что зарядка идет, все такое. Так, табло сейчас должно загореться. Ага, все, индикация есть. Так, попробуем завестись. Опа, вот и все. И сразу идет, в общем, что идет? Идет то, что стояло на зарядке, смотрите. Один раз я попробовал завестись, 11,58, понятно? Вот так вот. То есть аккумулятор, все. Зарядный ток теряется достаточно быстро. И ездить на таком не надо. Сейчас мы его с помощью джамп-стартера, конечно, заведем. Но возить с собой джамп-стартер, конечно, ну вы понимаете меня. Аккумулятор под замену, друзья мои. Если такое происходит. Тестер. Зарядка, ну и если не берет заряд, то все. Он не обслуживаемый, поэтому не вижу смысла что-то с ним делать. Так, джамп-стартер включаем. Все, подсоединились, полярность, все хорошо. Смотрим. Третьего раза нормально работает. Так, зарядка. Да что такое? Ну, ничего страшного. Еще разочек. Еще разочек. Еще разочек. Зарядка идет. Да, друзья мои, это аккумулятор. Вот так разобрались.